где я стою. Все разрушили и осадки тоже. Одна осадка едет, пулит босса на себя. Как только на нем метка появляется, она начинает его кайтить по сторонам. Все разрушители вы можете, в принципе, пока стоять здесь. Или же наоборот, когда только на себя, ну, осадка пулит на себя, он начинает кайтить по правой стороне против часовой стрелки. Все, все остальные едут сразу же за боссом. И разрушители, и осадные. Осадные, ваша задача, когда будет кастовать, сбивать каст. Все, это самое главное. Как только он будет перекидываться на кого-то другого, все, второй тоже принимает эстафету и едет также по кругу. У нас три башни. Башня молнии, башня огня и третья башня холода. На месте никто не стоит, чтобы не заморозиться. Башня огня, они будут разливать эти лужи. Эти лужи лучше всего объезжать. Не стойте там и не лутайте лишний дамаг. Башня молнии тоже будут рандомно падать эти плюхи. В них тоже желательно не стоять. Там будут так показаны, типа, 3 или 4 войд зоны. В них не заезжайте, чтобы не лутать лишний дамаг. Самое главное, это если все, кто на разрушителях сидят, вы будете держать каучидан на стаке. Если там на боссе будет 5 стаков, все до 10, и никто не слакнет, он умрет быстро. Если же этих стаков не будет, это будет печально. В принципе, вся тактика. Это будет все хуйня, давай по новой. Да, там будет все именно так. Если все здесь, а в принципе, все сели по тачкам, все заехали. Кто на мотиках? Ваша самая основная задача — это только подвозить каучиданы, и все. Вы можете сейчас, в принципе, подвести вот эти все каучиданы, которые они их разбили, к центру. На вас босс не спулится, если вы будете ездить. Мотики. Каучиданы все подвезли. А сколько всего мотиков? Там они вообще будет. Поехали там в начало. А мотиков случайно ли не 5? Раз. Но у нас, по-моему, они... Может, по мотику закрепим за каждым разрушителем, да и все? Ну, типа, все сели в тачки, я просто не вижу. Вот только я один бегаю. Акаса не в тачке, летят Ихарь. Доты сейчас не в тачке, ты не в тачке. Вот, кому не хватило места в тачке, садитесь в эти мотики. Тихарь не в тачке. И Войд еще долетает. Шеффорд уже здесь, он уже в трофейной осадной. Акаса, Акаса. Где наша Макаса? А, релогнусь по фасту. Ну, Шеффорда, я сначала к вам зашел, я вас не слышал, переподключился к Дискорду, и вы уже все рассказали. Я на этом боссе был только на Офе, когда там путешествие во времени было. Убивали его. Кто это говорит, Шеффорд? Да. Смотри, вся задача. Ты стоишь... После, ну, на пуле боссе стоишь вот здесь вместе со всеми тачками. Череп, вижу. Да, череп. Как только босса спулит, одна осадка, она уезжает в правую сторону. Да. Кайтесь и просто по кругу, да? Да, кайтит по кругу. Но, это понятно. Вы бегаете, вы едете за этой же, ну, за боссом и этот, дамажите. Если ты в разрушителе на пассажирском, ну, не на пассажирском, на втором сиденье, тебе надо убрать вот эти каучиданы из тени. Заряжать ману, типа, да, я помню, это было, да. Ну, все, вся твоя задача, если ты на втором. Все, ну, это уже дело, убивали уже, все, понял. Ну, все. И смотри, там будут разливаться лужи огня. В них не заезжай, чтобы не лутать дома. Будут, ну, выходить войд-зоны с молнией и холодом. Не останавливаться, чтобы не заморозило и не прилетело плюха. Все. Угу. Все твоя задача. Понял, принял. Все по тачкам сели, подъедьте, пожалуйста. И один вопрос самый большой. Почему у меня нету кнопки притащить каучидан? Попроси кого-нибудь залезть к тебе в чеппер. Или ты где? Ладно, и тогда тебя приедет. Слезьте, заедьте, я вот челик. Давай, я бегу к тебе. Все, окей, спасибо. Все, все заедьте. Разрешите, станьте вас за стенки. Сразу все каучидан возьмите. Осадки вы немного впереди. Короче, я сделаю.
Сейчас я посмотрю, когда все заедут. Этот разрушитель стоит просто тупо. Он не слышит меня или что? Даю арчи на дис. Кто не в ди... кто в дисе ставит, нет. Коса. Забись на ту сторону. По-братски. Здесь чисто для больших тачек. Лев, Рего к большим тачкам. Окей. Тут позашкерился. Да, взял, проебал, получи, да. Да, не парься, все нормально. Аккуратненько припаркуемся. Пока этот друид что-то сделает, не мог сразу зайти. Первый претендент на исключение. Все, ребят, все встаньте сразу, пока этот друид заходит. Или кто? А, нас сейчас уже колчедан пропадет, пока он заходит. Но тут же, блядь, сейчас надо будет ехать назад, набирать новый, таскать его. Да, 3 минуты. Поярче на то. Да. Вот, все, все готово. Ну давай, одна осадка, пуль. Самый смелый. Уехал, да? Собрался. Катил. На ком катить? Я первый сбил каст. Не жми хасту, блядь, там я колчедан. Башня огня и башня холода. На ком там? Кайте, 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 просто уезжай сразу. А вот Void Zone, мимо Void Zone, пожалуйста. Ребята, старайтесь не терять меньше 5 стаков. Держите все стаки, разрушитель, если на вас он идет, вы тоже... Ну, отбежал, ударил, отбежал, ударил. Поддерживай стаки до конца. Войд зоны. По ним не слакайте. Лифри, подъедь к колчедану. На ком? Дальше пройти. Хорошо, только один кто-то слакает колчедан. Каст вовремя. Каст вовремя парите, чтобы... Все, сбили. Там огонь. Развернитесь. На ком? Осадка, чарж давай и вот езжай сразу. Я сразу отъехал. Чарж и ували. Каст. Это слот, он сказал сюда. Это я сейчас проебался. У меня 12% каст. Осадка. Блять, каст, алло, ребята, нахрен. Да бейте уже 6 мультов. Изи. Угу, изи. Как изи? На лайк. Дело в том, что, ну, тут вообще на тоненьком. 105 оттуда. Половина полиглот такое. Что там пизданул? Давай наручи кожан. Поэтому я говорил, типа, хмка еще рано. Три сферы, серьезно? Да. Опять? Здорово, отец. Здорово, отец. Опять три сферы? О, рецепт. Вообще хуйня падает. Рецепт всегда. Кстати. Плюс три всегда будет сфера, и всегда будет рецепт. Ну да, это понятное дело. Рецепт не нужен. Ну идем... что, на робота хуячим? Да, идем на робота сразу.
Так, Рец, рольте, у кого есть кузнечик? Забрал. Раф, пинкани кузнечику, пожалуйста. Да, его зачем я мог посмотреть вниз? Лес рук. Как говорил мой препод, лес рук. Все, без проблем. Наложение чар. Мальчик. Не, я вкачан 450. Бат аспект. Я немного лагаю, так что потом перезайду. Деск. Танковское кольцо. Так, а у меня какое? А, у меня 10 раз поменять. Ну, это абсолютно мне. И кольчуга на РПБ ханты. Ханты и... А, нет. Эх, нет. Ханты рольте. Сотка. Ебать, две... Две ебанутые, блядь. Может, их срейда тогда? Сказала, заебись. Не, ну тут, по-моему, все видно, что типа пора. Бутнул. И срейды, короче, нахуй. Что, вы видите? Это нормально? А, это нормально. Блядь, это нормально. Пиздец. А знаешь, самое интересное, когда шмотка нужна будет очень пиздец, ты выкинешь 2 или 3, а лучше 1. Вот как я обычно. Вы чё, блядь? 3 сотки. Лох. Спасибо, отец. Пацаны потратили запас недельной удачи. Какой недельный, годовой, ты чё, на приколе? Я уже потратил запас всей моей удачи. Пожизненной. Давай, я хочу уже... А, блин, обов. Что, там 2 тела будет? Что он тэшит? На кого напуливать? Он тэшит Торика. Тортуга. Черепочек. Перекинься в этого в танк, пожалуйста. Как респектнешься, скажи. Дайте пока фулбах и все. Уже. Забиваем сначала техника, техников, потом всех остальных. Как только техника. Можно мобулки какие-то поставить, чтобы не прыгал по всем. Пал хил кинь варом кулак, пожалуйста. У нас можно столик поставить, булки по ломану? Да, поставь, пожалуйста, маг. Ну, не злопало, я себя уже испугался. Так что ж ты не прокачан, ты все равно кинь, без кулака. У меня каска висит от этого, от Васо, а кулак только от тебя остался. Чё, Габенах, чё? Дайте кулачок. Кулачок требуют нашей. Потом сердца. Рибах. Я пуля. Кулак же, кстати. И чип. Сначала техника заливается, все. Вылечите его из-под купол. Минус 3. Нету. Самых удачливых. Да, касса? Все, техника забрали, встали под ВДП, чтобы он не прыгал. Стан. Это рога сейчас кик, руля кик. А какой друль там? Лестница приста, может, сначала. Кронишка, ты здесь? Тут устать добежать-то 2 секунды. А, это же ГГВП, нахрен, ты еще как он зайдет?
также по технике сыграть. Спасибо. Лагаешь, тортик. Да. Ой, жизнь. Минус пол рейда. Ко-ко-ко-ко. Так, все как-то. Торик, ты что полагаешь? Вы же можете кикнуть защитную матру. ВПК может грипнуть торрент, если там работает. Ребята, пожалуйста. И подъехал. Вот это хорошо было. Кримчанский. Куда донатить? Так, комбат на этого босса. Потом обратно донатик. Алип. Мне сейчас надо кое-что тебе отдать. Уничтожение. Да, рыб. Дай-ка. Могу без... Где? Бегу. Я же умер, у меня комбат. Сука, инженеры. Ой, а можете поставить почту? Без базара. Летят рыбы. Вообще огонь. Поставил. Спасибо. Все здесь, а? Да я тоже здесь. Можно на поваром, ребаф? По всем, почти все умерли, почти всех надо ребафить. Сейчас добегу всех хотя бы. Только вара и ДК нету. А, еще роги. Рейд требує рыбёху. Рыбу поставили спереди. Этого нихуя. Вань, ты здесь? Да, тут. Мне еще вот это от тебя надо. У меня закончились. Потом сделаешь. Спроси, может, что там еще у Торика осталось. Что тебе надо? Шкаф поставьте, пожалуйста. Шкаф. Чё ты? Ничего. Блядь, ты сколько мне откинул. Зажречь, чё у тебя за спек? Я ебёшь. Задержку почему не включал? Я не профессиональный ДС. И обновление это для хулиприста. Спек потом глянь в интернете. Так я вот с интернета и взял. Это параша какая-то, не спек. Я не могу больше 2 секунд посмотреть, что за херня. Что у него там? А вот всё. Это все из-за того, что у тебя холли паладин мейн, поэтому... Да, я тоже посмеюсь. Ой, очень смешно. У вас мейн, кстати, ДЦ, который у нас в гильдии был, с молитвой ощущения был, так что не надо тут, у меня хотя бы на невкачено. Какой выкачет, наверное. Ну вот и все.
Уже лучше, хотя бы на один талант. Можете пообсуждать свои спеки все через ЛФГ и ну, писать, не говорить, пожалуйста. Спасибо. Сейчас жду последнего мага, который заходит. Начнем с торта. Вопрос ко всему рейду. У кого есть спек на офф-танк? У Шефарда есть, но ну, там 202 какой-то такой. Ну. У Рафа есть, он плюсует. А, у Рафа у тебя, да, есть. Все окей. Когда надо будет спек, что я скажу. Раф, мистерю на меня, да. Рэл, есть время покурить, пока добираешь последнего? Да, но потом перерывов не будет. Перерыв будет после Калагарна. Когда отойду? Тогда, может быть, час зарядит трехминутку. Все равно ждем же. Ну, окей. Мне сейчас в танке быть или обратно в рейд отбегать? Ты пока, да, в танке пособираешь трэш, в принципе, что, пост на 2 секунды. А мог дать ТП в Делоран? Дальше тоже будешь в танке, потому что поэтому оставайся, чтобы не спикаться и не ждать. Хорошо, понял. Я тоже Долоран слетаю, надо кое-что взять. А вы что, до рейда не могли взять? Вань, сделай мне рыбы, кальмарчиков. Скоро вы будете вот платить за шкаф. Окей, хорошо, жребанки, затести. Я как раз задедешь. Сегодня Накс закрыл, топор не упал. Зато упал говно кинжал. Чё ты сейчас вот сказал? Ты сейчас на мой кинжал? Этого Лифра не разговаривал с Тортиком 2 недели. Вой, ты тут? Ещё один. Блядь, 21 КД я за ним ходил. Вы его ещё обзываете. Я же сказал, что он говно кинжал, потому что моя пушка тоже говно, 226-я. Он не говно. Полная боссовная фигня. Сарпом бы лучше таскал бы и всё. Да, блять, мутики сап, ну ты гений. Зато по профиту был бы лучше. Ничего не лучше. Я же спек сделал. Все. Ну, маг-то одетый, парень. Лекрик, кальмар, 10 голды штука. Ну, к Соне. Охренел, сам сделай. Ну так это сырой. Жареного вообще нету. Как так? Ну, давай так. Покупайте, я тебе 400 голды давал. Моя рыбка, блин, стоит 50 серебра. Я там ее столько заранее закупил. Давай еще покупай мне, вот так кальмар нужен. Мне как Серега рассказал, я аж охренел. А что? То, что вот этого кальмара можно и с рыбой есть, и будет они стакаться. А, ну так я это Сереге рассказал. Я ему и дал. Ну, а он мне рассказал. Я... А вот он мне отдал. Вчера, бока. Погнали после РТ ловить ваш шар. После РТ я спать пойду. У тебя, блядь, РТ будет до 12 будет. Куда? Давай, завтра суббота. Чего? Так я все равно. Восстанавливай режим. Мне кажется, там 2 минуты прошло, нет? 3 даже. Сейчас я дам арча. Блять, еще и кот. А сколько котов? Один? 4? 43. А, ты про рыдов? Крюк. Котов, да. Я думал, ты про охотник. Ты еще 3 человека будешь. Алифа, я еще кое-что купил.
покупать все, что мне будет профитно. Не, я для себя купил. Давай трейд. И пушу где-то. Я возле костра. Где костер? Вот, ближе к боссу, смотри. Вот, я прыгаю. А вот. Акаса, вот серьезно, сумануть тебе? Ля ты, конечно, писос. И смотри, что я купил. Давай сюда. Какая пуха? Ты про кого? Создал. Смотри, что создаю. В ДС-ку зашли все? Возьми, два мага, которые присоединились. Вы в ДС-ке плюс подставьте, пожалуйста. Вердишь здесь, а? Садоска. Они плюсанули уже. Один маг плюсанул. Нет, Вердиш в рейд-чат, а Садоска в этот просто. Вердиш тоже. Вердиш и сказать, и в рейд-чат. Он просто флойс написал. Маг, это ты? Да-да. Садоска, которая. Да-да-да. Хорошо. Ты лох. Все здесь, а? Лох. Пулбаху дали. Тактику, я думаю, не надо напоминать всем. Я готов разъебу. Обычный РДД хилы. РДД хилы стоят в квадрате. На кого называю, тот выходит, вытаскивает метку. Мильки стоят в кресте. Второй танк Вассо. Ты агришь на себя больших. Все остальные дамажат босса. Как только выходит сердце, давайте БЛ и, ну, бейте сердце. Если убиваете его, это будет печально. Так что остановитесь там на лоу хп. Какой хрен? Все. Я пою. На пол. Похибал. Че там взрыв? Да, я не пою дело. Войд фури, войд фури. Че? Далеко не убегай. Стадоска, маг. РДД, вы еще этот трэш, когда будет выходить, маленький, забивайте. И бумбот. Вы его тоже не должны лопнуть. Раф. Войд фури. Я что, сердце убрали? Нет, еще вот 1%. Дайте БЛ, сыграйте в сердце. Трэш. Трэш, маги. Бум. Не, комбо. Сердце. Не добей. Не бейте его. 55%. Они не смогут. Бумбот. Уберите этого большого бомбота. Я чуть не помер, чё. По сердцу стопаем? Мак, да. Чё ты? К танку подведи этих больших, чё ты делаешь? Да просто води, их никто бить не будет всё равно. Просто можешь стоять на месте, ну агрить и стоять на месте. Сердце. Маленьких забивайте, этот РНД, чтобы они не хиляли. Маленькие. Кто-то своим лицом просто танчит бомбу. Походу сейчас я зато. Добили, вроде. Пять лям. Нет.
Моба. Тонна. Бах. Просто надо было ловушки раскидывать, ну, чтобы это... Хует, чтобы да. Немножечко замедлить их сразу. Посох ничего так упал. Заебатый заебал посох, падает. Я тебе скажу. Мишек прикольный. На контов охуенно. Запы на хули паладина. Надо ее сразу ему. Пал, если тебе не нужны, отдай. Танковские... Танковская голова. Мне не нужна рольц. А, второй пал. Тебе нужна это голова? Скажи сразу. Это плечо. Это плечо. А, тебе не нужны? Все, окей. Плечи нужны, паладин? У меня точно такие же. Точно такие же? Рольте на успех. Ага, нашелся. Ха. Уж уж. Рефорт. Там еще не метко все парирование было вообще шикарно. Последнее, посохи. Что-то сила атаки, метка, скрит удар. Коты, ханты. На мишку. И мишка. Рольц. Холосок. Ты где такие роллы берешь? У тебя 193. Ебой, потому что ты посмотри, с каким очком я бегаю, нахрен. Рунический клинок. Демонстрации силы, блядь. Здорово, отец. Уф. Кто зачарит? Заплачу бабки. Давай. Кто? Я. Ты кто? Пошли дальше. А это... На собрание. Стой, а мы Игниса не будем убивать? Ресните жребанки, пожалуйста. Уху не уходи. Ресни жребанки, взять тебя лежит. Он уже встал. Мне же надо отойти, стол вынести. 2 минуты. Чарит, парни. Раф, спекайся в танк уже. Ты где? Давай, если реги есть, зачарю. На чё тебе? Ебать, они у меня в этом в банке лежат. У кого есть этот? Дживс. Готовый. Давайте потом зачарите. Агрим, трэш. Ок. Ачивку получил. А что, по маленьким сыграете? Там, чините. Прав. Разверни лицом всех мобов. Побух-то в рейд ушли. Анты, дайте на пол, пожалуйста. Дали. Дал на пол. Ой, а где хилы? А все пиздец. Хорошо, трэш собираете. На ком-то трэш был? На хилах. Они умерли от того, чтобы не диспелить. Надо, чтобы не сдохнуть, надо с челиков диспелить. Не только хилы это могут, но и паладины и так далее. Это лучше, чем бегать с кладбища. Бля, в комнату зашел сразу 11 тысяч. Я обратно. Цены к успеху шли, но наткнулись на трэш. Или если видите на себе дебаф, такой голубой, выбегайте с рейда. Вы уешьте рядом с трэшем. Лепал что-то писал? Мне походу заявитель.
не может. А, нет, может. Ну, съебашь, вот тут пашется. Пока не тпшишься, залните там, кто есть. Давайте заново пойдем только в фуре. Не заходи. Будем сейчас полчаса будем сейчас умирать. Они все еще стоят. Еще вроде. Касса, блядь, ты куда опять улетел? Все, заходите, там один моб стоит, вы, я думаю, усилите. Ладно, тихоря загрим. А войдем. Чисто залетайте. Никого нет. И никого не убили. Вот, Настя, вот ты мне не верила, а я говорил, что какой-нибудь уёбок придёт с Улчата, нахуй, он же уёбок. А, он был. Он просто, ему похуй на всех. Он офнулся и всё, ему... Просто нет слов, блядь. Ему запа отдали? Нет, он не вернул. Ему не нужны эти. А. А сейчас опять допор. Мы уже побили трэш. Оказалось, он сильнее. Ну там есть два ремонтника, два моба. Одного надо зергать, второго контролить. Вихри покидать на него. Четыре совы зачем в рейде? Я думаю, все, дальше не пройдем. Расход. Да, погнали. Чё, чё, если все здесь, а что стоим? Агрим трэш? На чё тебя уже каша? На пул сдали, Роги. Миго сдал. Паладин, Прото, Раф. Агрите трэш, я занимаюсь забуром. Все в звездочку? Да, все играют в звездочках железного ремонтика. Ремонтик. Так надо. Торы, ну. Смотри, куда побежит. Так. Этот паладин как раз будет цепи. О, давайте сейчас кожаный пояс выпадет. Так и я его сбил. Я смотрю, играю. Все. Там лужа, кажется. Нет, а только кинжал. Эти мобы лужи не кидают. Кидают следующие большие. Мы сейчас идем на Калагарна. Это ты халипала так быстро нашел? Пока еще он еще с нами. Вот этот Хоки или это Солчат? Это с чата Холи Пал. Да. Услышал в твоем да возглас неодобрения. Я просто увидел портрет там альянсовский. На альянсе, видать, тоже все худо. То, что он нужнорожденный, это все... просто супер большой плюс. Или это ордынский, ночно рожденный. Если ночно рожденный, то орда. Если эльф какой-то бездны, то чего тут? Бездны. Это ночно рожденные. Хлеппал. Там мет. Там если еще вас метки кидают, вы выходите из них. Помните, да? Хлеппал один, который присоединился. Это ты? Поставь плюс про это, если это ты. Это я. Хлеппал один, смотри. Мы идем сначала, вот мы убили утюг и робота, сейчас мы идем на Калагарна, а потом идем на кошку и этих трех хранителей. Фрея, Тори, Махадир. Все остальное завтра до проноса. Во сколько до проноса? До пронос будет в 7 часам. Да, окей. Че, вступай в гильдию к нам, паладин. Раф, пройди дальше. Да ладно.
Что за внезапное предложение? В смысле внезапно нормально? Все хулипалы на сервере вымерли. Мы хотим всех к нам. В смысле вымерли? Я вчера ходил локом в НАК-25, там 5 хапалов было. Да не вымирают. Ну так как для ульты-то они не годны, понимаешь? А ты-то пришел в ульду. Да я вряд ли особо готов к ней. Подготовим, ничего, нормально. Ну хилишь, хилишь, все. Главное желтая джага. Угу. Не хиль вспышкой света. А че вы идете чистить? Мы же на Калагарна. В смысле, назад вспышка света? Ну не хильнее. Ремонтник. А, ну это да. Железовый трэп забейте сразу. Трэпак за. Второй пак сам по себе спорился. По ремонтнику сыграйте, пожалуйста. Потом играйте по второму ремонтнику, если он там есть. Если нет, играйте уже по остальному трэшу. А, он там есть. Тогда с двух ремонтников, а потом всех остальных. И вот он что трогает. На пул сдан. Дорогу. Дорогу. Кто знает, какой квест сегодня недельный? Магилос. 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 У меня с прошлой недели на Игнис остался. Ну, вижу, что на улице пиздосы туча сейчас как въебет точно. Пойдешь в десятку, когда-нибудь недели выполнишь. Да. Квест Анус Малганаса. Хорош. Так, предложение в гильду поступить было, а инвайта нет. Этот, киньте хонки, ход, как правильно там, Nokia инвайт, Nokia инвайт, Nokia. Хонки. Nokia, ребята, пояс упал, спящего. Хонки. Увидал? Увидал? Торика. Тут шмотк ёбнулся. Потому что вы очень долго кидаете инвайт. Харизму включай, сразу челики в гильдию пойдут. Это не тот кожаный пояс, что я хотел. Давай не орать, мой. Заткните свой чат, пожалуйста, стопните флут. Хоки, у тебя уже есть гильдия. Если тебе кинули наш инвайт, то окей, если нет, когда да, выйдешь, я гильдию, уже. Я уже в гильдии. Че там, Асака? Да, я забрал пояс. Все стали фулл бафы, дали? Шефарту так, тоже... Подождите, я еще не с вами. Шефарту гильдию тоже можете кидать. Кого? Кого? Кому? Вы сначала кому? На Добронос еще придите, чтобы вам гильдию кидать. Тактика на босса. Все играем через руку. Правая рука. Таргет себе возьмите. Здесь надо выносить лучи. РДД, это вас особенно касается. РДД и хилов. Ваша задача вносить взгляд, когда на вас будет. Дальше ханты. Как только умирает рука, ставите две трапы. Одну трапу можно сюда, одну трапу, да. Ставите две трапы. Вот разбитые руки. Да, даете на пол по этому, боссо. Метр 10-13. В принципе, плюс. Боссо у тебя же есть, да? У тебя есть 50 на 50? Конечно. Смотри, как трэш упадет, разливаешь лужу, даешь этот джагу или там молот, короче. После, когда весь трэш на себя собираешь, сразу даешь 50 на 50. Первый раз ты должен выдержать, в принципе. Сразу, когда только трэш упадет, ханты, вот, трапой на пул, роги, три роги сразу скинулись на этого, паладина тоже на пул. Пал, соберешь на себя, соберешь на вассо. Который вырезан да, даешь, дадите на пул по вассо, когда выйдет трэш. Вассо собираешь мобов и просто кайтишь. Кайтишь возле трапа. Или вон там в уголоке забьешься, тебя если смогут прохилить. Все, ждешь, когда РДД забьют мобов. РДД забили мобов, возвращаешься обратно. Слышишь, на секунду. Он может прожать 50 на 50 и стоять их ебало в ебало, получается.
Но если пофиксили, да, в принципе, ну, я точно не знаю, как здесь сейчас. Меня просто сбивали, как нефиг делать, за две тычки. Я понял, ладно. Ну тогда пускай тогда побегает. Дальше. Как только у руки остается там 5%, все милики отходят вот в этот фрейм. Никто возле этого не стоит. Все отходят плюс-минус сюда. Роги, вы вот за этой меткой, вот где стоит, вот эта линия есть, дойдите на пол, или даже лучше вот за этой меткой. Дойдите на пол, и все. Дальше за эту метку, когда мобы падают, не выходите. Дали на пол, и пошли дальше бить тело. Следующее. По РДД. Вы пока стоите там, бафы, не бафы, рыбу, не рыбу. Все, дайте, пожалуйста. Дальше РДД. Жеребанки, встаешь сюда. Вот-вот, я здесь. Все, аккуратно, только не спульте босса, пожалуйста. Габена, встаешь сюда. Вот, где я стою, это твоя метка. Холли Пал, ты можешь, в принципе, встать вот сюда. Бафы, если есть, все стали сразу. Пул бафы дали и встали по местам, кого будешь сейчас называть. Холли Пал, один, ты сюда. Алло, алло, меня слышно? Да. Да. Окей. Дайте фул баф. Дальше. Так. Тоби Варо, ты здесь стоишь, вот. Торик, кинь на себя метку. А, меня не видят? Понял. Я-то думаю, что, в чем проблема? Холли Пал, Прист. Сожречь, а вот здесь ты. Все, стойте, не пульте босса, только случайным образом. Бэби Вару. Или, в принципе, ты нормально стоишь. Но лучше вот сюда встань, Бэби Вару. Дальше. Лок. Еще один. Краш, Саш, ты сюда. Дальше вот здесь все. Мак. Вердиш. Сюда Садоска. С этой стороны стоят только ханты. Вот, вот эта часть, это хантов. Вы здесь трапу поставите, на пул дадите и тоже отойдете. Дальше. Кто еще у нас? Уху. Сова, да? Сова, ты можешь, в принципе, вот здесь, в этой части находиться тоже. Плюс-минус. Кого еще забыл? ШП. Пиво Сямба, летят доты. Пиво Сямба, вот сюда встань. Вот. Ты здесь стоишь. Летят доты. Ты сюда стой. Давай. Вот. Как только луч вышел, сразу к стенке отошли и по стеночке ведем. Из СДРДД никого не забыл, надеюсь. Five Mag. Ну, ты, в принципе, либо с той стороны, вот здесь где-нибудь себе найди место, либо там, раз я сидит, поставь место себе тоже. Какой вот, из хантов прибыл. Ставит листочек? Шаман называется хант. Шаман ставит здесь тотем от природы. Дайте рыбу, 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 рыбу. Я не поел рыбу, пока объяснял всем остальным. Ты и так, по-моему, что-то хомячишь нихуёво. И у кого есть этот... Пласка на ХП? Можете подкинуть? У меня есть. У меня трейд... На какие танки у нас?
Торика на боссе, Васо собирает трэш из-под правой руки, и Раф тоже меняется. Мы меняемся втроем. Ну, точнее, не втроем, вообще вдвоем. ДК и я. Мы меняемся с тобой. Когда получим два стака дебафа, забираем по очереди. Я буду говорить. Ты, если что, пиши или говори сам. Рыба, 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 рыба. О, спасибо за рыбу. Все, перчи на пул. Еще раз говорю, играем через руку. Все, все готово. Раф, иди пуль. Раф, Раф, Раф. Пуль босса. Все, минус два. Понимаю. А что ты тело-то покинул, я не понимаю. Ладно. Прыгайте в туловище босса, так быстрее умрете. В обрыв прыгайте, сразу умрете. Полчаса объяснял, просто шотнул Рафа, понимаю. Все падаем, здесь БР не нужен был. Слушай, отдал. Есть спек у кого-то хила вместо меня? Я потанчил, да? Может хэп-рист хотя бы какой-то обоссан? О, мы выжили. А за что обоссаны-то? Ну, не обоссаны, ладно, ну хотя бы какой-то. Я знаю, что на 6 БРов, ну типа, сейчас будет тупо отдавать их. Он еще тело, видишь, покинул, так бы отдали. Торика! Кто орёт? У ДКшника... Это, по-моему... Есть место? Кто это? Бону! Бону, ты вовремя не пришел, ты на замене, места нету. Места нет, но я и так я говорил, на замене. Ну все, мест нету. А, ты упал когда вниз? Будет, я напишу. Он хорошо, вниз упал. Гениально. Гениально. ДКшник ебанулся. Я-то думал... Ладно, ладно. Все так же, дайте, зайдите, фулл баф дайте и пойдемте. Пока рыбка еще стоит. Рыба еще ваш, либо свежая. Стоит, либо поставили, хавайте. Я буду вам говорить, когда вам сдавать гимны. На ману можете сами давать, а гимн на хп лучше этот по команде. Все, бафы, рыбу все получили, все РДД вас касается, не агрите, только встаньте по местам. Даю РЧ на готовность. Ассо, танк. Я каску давал просто. Все, все зашли. Грасс, летят доты. Зайдите, чтобы за воротами не остаться. Летят доты, ты все? Может, он писнуть отошел. Что тут? Это все. Я пулю. Вам не пройти. Все, все разбежались. Дайте Геру. Взорвите руку сразу. Прохил. Касса, ты в печеньку ложишь, я в Раф. Квест. Раф, забирай. В руку играем, в руку. Больше дамага в руку.
Милики, отойдите. Милики, отошли. Луч. На пол. Пасо, собирай всех, не подводи только к миликам и РДДшникам трэш. РДД, все сыграли, РДД сыграли в трэш. Трэш залили. Шепард. Под луч. Трэш попал, не успел тэч. И Васямбар. Можно, можно лицом танковать. Можно лицом танковать? Ну там по 900 с одного моба урона. Все хорошо, собираешь трэш. Как трэш забили, сразу играйте в тело. Так, уху, дай БР по Шефорду. Кина, дай БР по Пивасямбе. Прохил. Садовский маг, как ты сдох? В руку? Да, рука появилась, а все в руку сразу свичнулись. Правую руку, Void, кто там Void, просил, пожалуйста. Void, Roof, дай БР по этому уху. Рафа, можно БР? А, нет, лучше Рафа. Уху, если не давал БР, дай БР по Рафу. Или конишка. Одна волна, минус тело. Дайте этот, как... Это бафер. На тех, кто встал. Раф, ты забирай сразу медлостак. Зажечь, дай. Раф, как ты умираешь, Раф, скажи мне. Ты опять вниз упал? А, ты в руке был? Окей. Рука забагалась, да? Нет, просто надо бить по руку. Почему у людей тело до сих пор хуячит? Только рука появляется, ебашьте руку, господа. Падайте, падайте, танков нету, падайте. Пиздец, столько в тело сыграно, блядь, что... Ну, ну кого-то слабого сменить надо, или ДДшника, или кого. Не-не-не, ты посмотри, короче, после того, как все сыграли в руку, вся херня пошла, то есть, ну, вот эта вот шляпа вся пошла, убили руку, надо ебашить с тела. Как только появилась правая рука, сразу все свечаются в руку, ребят. Там просто 5 ДДшников не было, они не успели выбить людей и умерли еще люди, это вайп. Не-не, это понятно, но дело в том, что, ну, сказали миликам отойти, отойдите, бля, вообще, типа, не бейте, как только руку убьют. Васош сказал, что нормально, типа, танчатся они на изи нахрен. То есть, ну, заебись тогда. Хай чё бьются. Там? Дай, дай голдуну почему. Чинись. А у Хина да, какой второй спек есть? У кого? Друид Хина. А, танк. Танк. А Раф в ДДшнике сколько ДПС даст? Рыбы поставили, типа, все то же самое. Раф, как ты умер изначально в первый раз? Я не забрал стаки, да? А, блин. Давай я тебе ассиста дам, чтобы ты через этот... Через ор говорил, потому что я слежу за рейдом и не могу ориентироваться на чат. Локи, дайте СС, пожалуйста. Бобивар, дай СС по мне. Краштер, да, СС по Рафу. Паладин танчится нормально? По 9, по 900, да, Никит? Да, по 900, типа, пробивают. Но я все равно 50 нажимаю. Окей. Ну, я же говорил, что 50-ку, вот, видишь, если нажимаешь вообще на изях. Стой просто и держи. Вот в метке как раз-таки, где крест, где я ловушку раскидываю, на всякий случай еще
Акаса будет кидать в печеньку, если они вдруг уйдут, и, ну, хуёво на пол пройдет. И все, и ты там стоишь, мелики отходят, да, и все. Да, мелики, 5% у руки осталось, все убежали. Не сдыхайте просто так. Вердиш, или нет, Садовска, 20 хп. Вердиш, 19 хп. Да, блин, вам это, в принципе, хватает. Так, рыбуха, пока нет. Дай им стопрот, если не хватает. Да, если кому не-то не хватает, то стопрот. А тут рыба была? Вон поставили, слышишь, все чавкают. Под локом и подо мной. Торика. Даю РЧ. Все разбегите сразу по местам, кто готов. Без хилов. Хилы, вы стоите, я вас поставил нормально, вам косты никто не режет, ну, типа, удар. Габенах. О, нормально. Все ЗПС. Три банки. Вот у тебя что, рыба или что? Еще раз РЧ даю. Эрдруиды могут и в миле стоять. Okay. Ага, да. От луча никто не сдох? Или был все же такой человек, который запорол с лучом? Значит, никого не было. Окей. Okay. Все, я пулю. Все также убиваем руку, убиваем трэш, играем в тело. Появляется рука, играем в руку. Лоб, ты сейчас умрешь первый. Или Рок там кто был в инвизе, он может пулиться просто так. Не проходи, пожалуйста, в следующий раз. Так, говоришь, я сейчас пулю, Я просто предупредил всех. Прохил дайте. В руку, дамажьте в руку. Рав, забери Рав. Босс. Прохил. Хилы себя тоже не забывайте хилить. Блядь, милики, отходите. Милики отошли, дайте ханты на пол. Роги на пол. Трэш собирай. 50 на 50 не забудьте. Милики играют в тело, РДД играет в... Попов. Да ладно, Попов. Сложила. В тот раз не сложила, в этот раз сложила. А ты 50-50 на 50 прожал? Мне написали, что они стаки какие-то еще настакиваются. Взрываются больно. Ну да, они настакиваются. Давай БР отдадим. Я упал, смысл, я уже слишком. Туловище спрыгивайте, опять вайп. Понимаю. Сейчас стоит ДПС набирает. Парни, да? Падайте вниз. Просто падайте вниз. Быстрее, блять, умрем, быстрее начнем, быстрее разберемся. Кто-то не понимает. Да нет, все норм. Может кто-то там отдохнуть хочет, вон хэпало, если взять будет нормально. Танк аспектность хорошего, 50 тысяч. 52, 54 тысячи под бафом. Не забывай, что они настакивают, и твои 54 тысячи, ты сам понимаешь, что могут уйти очень быстро. Если мы не зальем быстро. Сейчас сек, я посмотрю. Ох, вообще, хоть 2 минуты простыл. А кто это говорит? Мишка? Войд. А, Войд. Да, если кто-то там самый слабый по ДПСу хочет отдохнуть, если такие есть, бону хэпалом зайдет, нормально будут танки жить. А я подержу хоть босса, хоть трэш, хоть что, хоть фулу льду. Он же на один. На одного босса же не зайдет бону, поэтому идем так, как есть. Сейчас просто паладин, я еще раз говорю, ты этот, прожимаешь 50, ну, забираешь агро, прожимаешь 50 на 50 и води. Мы не просто так сказали водить, потому что они реально кидают дебаф, и тебя могут просто снести за секунду. Как я вот подлетел, меня сразу снесли. Будем стараться не подводить. Не, ну вначале ты же там кинешь этот молоток, говнёк, там всё это очко дашь, агрогенерации наберешь, и там же все равно трапа будет стоять.
и просто собьешься от них. Просто все. Собираешь трэш и катишь его. Все. Главное, не подходи к РДД-зоне и к миликам не подходи, и все. Вокруг там у тебя квадрат большой, в принципе, вот это вот, в этом квадрате и кайте мобов. Все. Вон того же этого, тихаря взять, 2к ДПСа. Может, он поотдыхать хочет на замене? Я еще раз говорю, если зайдет, например, тот же самый Бону, он на одного босса зайдет. У тихаря 2 кп, ДПСа, потому что они бьют все в лицо. Здесь роги, в принципе, бесполезны. А Бану, типа, времени у него мало? У Бану, ну, он, я не думаю, что он согласится на одного босса залетать. Дайте фулл бафа. И пойдемте еще отравить. Мы не сдвинемся с этого босса, ни на какого другого, пока он не умрет. Так что, ребята, как есть, говорю. Кстати, он как-то сейчас поуёбит. А чё он на руку бэкует так? Мы его первый раз вообще спиной убивали, блядь. Да-да-да. Нормально. Сейчас отвечает за этого, заслакивает. Он повернулся чаём налить, просто мы долго вайпаемся. Парняга тупо решил перекурить, блядь. Заебали вайпаться. Иди, давай, Рео, кидай этот самый РЧ. Хоть припоты, что ли, люди будут пить. Я РЧ кину. Всё, все готовы. Таймер, типа. Там 5, 3, 2, 1. У вас Рео такой, без этого всего, если что. Я буду говорить. Я пулю. Ну, да. А что бить-то? Поднимите фул пилов. Пилы. Луч. В руку больше ДПС дайте. Поднимайте, Рэд, поднимайте. Милики отошли. Милики отошли, ханты на пол. Быстро вычхались. На пол. 50 на 50, не забудь хан прожать. Пол. Трэш весь собери, на пол дайте. РДД сыграли в этот трэш. Ой, Раф, забери, я что-то слахнул. Подняли рейд. Как умирают просто Уху и Садовска? Ударная волна. Дайте Геру в тело больше задамаж. Нет, Геру не даем, играем в тело. Ты просто их поставил возле мобов. Ударная волна убивает. Ударная волна, не мобы, 20 тысяч, вот ударная... Все, заткнулись. Подняли рейд. Там рука выросла. Руку. Все в руку сыграли, дайте Геру. Дамажьте в руку. Так, если бы откатился, отдай по этому Уху. Зажри еще, дай гибель. Я попробую. Просто не успел. Он мне дал ударную волну и въебало взгляд сразу. Вау. Жрибанки БР нету, да? Кронишка есть. Кронишка, дай БР по Садовскому. Жрибанки или Ворд Фури, дай БР по Уху. Играем по Уху. Дайте сразу ему фулбафа. Я бернул Садовскую, но она не встает. Садовской тоже дайте фулбафа. Луч вынесли. Не успел. Понял, принял. В руку дамажьте. Блин, я опять заслак. Поднимите рогов на фул. После каждой волны всех на фул поднимайте, никто падать не будет.
как я вот сейчас. Жибанки сесть, дай бербаны. Трэш, 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 трэш. Пал, весь трэш собери. И кайте. Там трэш на трэш, трэш на хиле. Спасибо за БР. Рука. Пау, 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 иди помоги танчить с ДКшником. Забери у него, если два стака у него. Рука появилась. Все в руку собирали? Там 24%. Если вы убьете сейчас руку, то он, в принципе, умрет уже. Не умрет. 15. Там сейчас решающая рука, 5 лямов снимаем. Там добьете просто и все. Никто друиды не падает больше. Приступ. Гимн там пойте, сражайтесь, блядь. Гимна мана дайте, пивосямба, если у тебя есть. Все в руку. О, урон в руку. У вас ДПС охватывает, потому что из руки вытаскивает. Летят доты после следующей ударной волны, даже гимна хп. Да, пришел, я сразу сдох, я тупанул просто. Еще на ману кто-то с престов читает. Летят. Офнитесь, пожалуйста. Летят доты, дай этот гимна ману. Если есть. Сейчас что, не хватило урона? ДК забирай, обратно упала. И прожим. ДК, ты пока держи на себе. Сейчас он весь трэш соберет. Милики отошли, милики отошли. Милики отошли. А, да бей, бей, бейте, руку, бейте, руку бейте. Я не вовремя он словил. Все в босса добейте 50 тонн, все. Убили. ДЦ. Не знаю, заметили вы или нет, но босс вообще красавчик. Он набрал ДДшника в руку, а потом прямо в луч их кинул, и они сразу все умерли. Там вообще без шансов. У меня одного босса... Когда выкидываешь из руки, он там мертвых выкидывает. А че, у меня нету? Одного... Я упал. У меня у одного босс криво упал. Или у всех? У тебя у одного. Я криво стою. Найс, ульдвар, короче, забейте. Меч 232. Я сегодня пушку не полутал. Как он себя вел, так и упал, собственно. А, это одноручная, блин. Жаль. Ну и ФДКшники. Таких нету. И комбатов нету. Это на успех. Да, руки на успех. ФДК нету? Раф, ты же танк. На успех, Ролю. На успех, Роги. Блять! Как раз вторая пуха нужна. Комбат, кто заебал с кисти уха бегать. Кто там говорил, что, блядь, роллы у меня большие? Я не танк, я бегаю. Лифы пиздун противный. Торик, Раф у нас ФДК, он спехнулся в танка. Этом больше. Ну он роллил, он все равно не выиграл ролл. Ну так он ролится мейн спек. Он мейн, да, можешь отдать ему лифы. Так, я отойду пописить. Хорошо. Ты обещал после калагар на перекур. Да, перекур 3 минуты, ребят.